Что можете сказать по поводу заражения птиц на птицефабрике? Ну, это катастрофа. Во-первых, подорожание курятины в Башкирии. Во-вторых, потеря рабочих мест для очень многих людей. Огромная потеря для там, района, региона по налогам и так далее. Ну, вот триумфальная деятельность и работа фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля в Башкирии, которым так гордился Ради Хабир. Простите, прощелкали, это точно. Птичий грипп – это давно уже не новость, и давно уже там не какая-то современная напасть. Это вот то, что существует, и от чего нужно уметь уберегаться. У нас в Башкирии здесь ничего не получилось.